Более 20 классических советских автомобилей пригнали в Крым из разных городов России. Их владельцы начали из Симферополя пробег по городам полуострова. Основная часть события под названием «Горький классик» запланирована на завтра, когда с площади Нахимова в Севастополе стартует ретро-ралли. В этом году для участия в этой акции в Крыму собрались любители из Москвы, Петербурга, Ярославля, Краснодара, а также представители дальнего зарубежья из Люксембурга и Льежа. Завершится второе собрание классических авто во вторник соревнованием по подъему на холм заповедника в районе Гурзуфа.